Ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Никогда при том не забываешь, что Вселенная – наш общий дом. Я благодарю тебя за помощь, ведь помог ты просто сесть на стол. Помогаешь многим пробудиться, и чтоб мастер в сердце не уснул. Хочется назвать тебя Владимир, ведь владеешь целым миром ты. Даришь столько радости с экрана и заботы, щедрой доброты, хочется порадовать ответом. Приглашаю на Байкал тебя. С Новым годом жизни, друг сердечный. Обнимаю всей душой, любя. А еще мои друзья записали для тебя замечательный танец. Это волонтеры Новосибирского театра «Солнечный принц». А танец на песню «Волшебные бутоны». С днем рождения! Здравствуй, Александр! В подарок для тебя мы исполним инсценировку песни Народного театра «Солнечный принц». Рождаемся на свет, как прекрасные волшебные бутоны, что распустится в душе, чем она на небе жизни расцветет. Может, радостью большой, может, нежной добротой, может, щедростью огромной, или, может, вдохновением сияющих высот. Рождаемся на свет поначалу и малы, и несмышлены, но стараемся расти, тянем к солнцу лепестки своей души, и примешь с него беря, жизнь прожить хоть не зря, с пользою весомой воплощать в тебя.
цветами стать бутоном. Нужно миру подарить красоту своих глубин. Но одно нас единит, многоцветие роднит. Чтоб цветами стать бутоном, нужно миру подарить красоту своих глубин. Александр, с днем рождения! Александр, в день твоего юбилея хочется пожелать тебе душевного комфорта, воплотить в жизнь все твои начинания и задумки и, конечно же, встретить свою любовь. И поскольку 30 – это знаменательная дата, позволь поздравить тебя особенным образом. Я подготовила небольшое видео людей, которые тебя давно знают и любят. С днем рождения! Саша, привет! Я приветствую тебя из прекрасного зимнего Красногорска Московской области. Приветствую тебя как твой друг, как твой соратник и в первую очередь как человек, который тебе очень благодарен. Я очень благодарен встрече с тобой впервые по твоей записи в YouTube и далее. Удалось поговорить с тобой по консультации по скайпу. И ты еще больше расширил мой кругозор, мой мир и мир моих близких. Потому что через меня, соответственно, меняется и все окружающее. От чистого сердца я хочу поздравить тебя с твоим днем рождения и пожелать тебе той гармонии, той высоты чувств и той любви, того света, к которому ты стремишься и к которому ты идешь. И поблагодарить тебя за весь твой свет, за всю твою любовь, твое тепло, искренность, благодарность, которой ты делишься с нами, которой ты делишься со мной лично и со всеми друзьями и окружающими. Благодаря тебе я встретил новых соратников, новых друзей и, не побоюсь этого слова, открыл новую божественную семью. Так здорово. Я благодарю тебя от чистого сердца, обнимаю тебя и говорю до скорой встречи. Буду рад тебя увидеть в Москве или в тех краях, где я смогу быть в то время, где ты будешь. Пока-пока. Александр, с днем рождения! Спасибо, что вы делитесь инструментами для познания себя. Многие вещи становятся очень понятны. Просто будьте. Поздравляю вас. Добрый наш друг Александр. Поздравляю вас с днем рождения. И желаю, чтобы революция сознания происходила в геометрической прогрессии. И чтобы луч вашего света доходил до самых темных уголков на этой земле. Спасибо вам огромное за то, что вы есть, и за то, что вы делаете. Будьте счастливы. Кто скажет, Саш, что в 30 лет все лучшие годы уже позади, и это начало этапа зрелости. Я готов с этим не согласиться. Ну, во-первых, потому что в вашем случае зрелость наступила гораздо раньше. И нам есть чего делать эти выводы. Во-вторых, вы сумели сохранить в себе вот этого внутреннего ребенка. Это очень ценный опыт и ценный навык, и хорошее качество, которое я ценю в людях. Что касается самых приятных лет, опять же нет. Многие вещи с людьми случаются как раз после 30 лет. Например, рождение ребенка, как-то создание семьи, обретение новых друзей, опять же, творческие успехи. Вот. Поэтому я думаю, что вы свой потенциал еще не раскрыли, и много интересного еще у вас впереди. Поэтому я вам желаю на вашем пути еще многих творческих достижений. И продолжайте делать то, что вы делаете. Я благодарю вас за это лично от себя, но я думаю, от многих других ваших зрителей.
И хочу поздравить вас с вашим 30-летием, пожелать, конечно же, всего самого лучшего и расширения вам потока постоянной непрерывной радости в душе. И продолжайте радовать нас своими видео. Всего доброго, Саша. Добрый вечер, Александр. Привет вам из Санкт-Петербурга. Привет и большие поздравления с вашим днем рождения. Хотела сказать вам спасибо огромное за ваши лекции. Они действительно показывают новые горизонты, открывают всю многогранность нашей жизни. Они приносят огромную пользу. Вы для нас являетесь просто путеводной звездой. Спасибо вам большое. И с днем рождения! Спасибо тебе. С днем рождения тебя, с днем рождения тебя, с днем рождения, с днем рождения, с днем рождения.